Компания в процветании, в солнце будет, новые неординарные идеи, то, чего нет ни у кого. И вердикт. Очень хорошие энергии. Нет, это не стенограмма из палаты номер 6, как можно было бы подумать, а онлайн-консультация нумеролога для вкладчика Кэшбери. Опубликовано в открытом доступе в одной из социальных сетей. Автора вычислить нетрудно, благо есть ссылка на профиль. Ну и там вполне ожидаемо сразу несколько постов с хэштегом «В поддержку Кэшбери». Мол, СМИ, в том числе и наш канал, сравнивая так называемую финансовую платформу с финансовыми же пирамидами, нагло врут. На мнение Центробанка, а он еще в начале месяца оценил возможные потери клиентов в 1 000 000 000 рублей, видимо, плевать. Свято верит в легкий заработок и невероятный успех. А тролли, типа вот этого, который якобы по картам предсказал успех лично основателю Кэшбери Артуру Варданяну, просят немедленно удалиться. Тут уже и не поймешь, то ли тщательно спланированная пиар-компания, то ли действительно настолько много фанатичных адептов, готовых не только обращаться к специалистам по эзотерике, но и читать стихи, и даже записывать песни. Лучшие образцы народного творчества выбрал Георгий Подгорный. Георгий, приветствую. Здравствуйте. Битва талантов? Ну, либо битва за то, что еще хотят приумножить, ну или хотя бы сохранить, но вот надежды все еще меньше и меньше. Они отказываются верить, считают, что их обманули СМИ и государство. Но правда одна, хоть и горькая. Эти люди действительно жертвы вранья, лжи своего бизнес-пророка, который сулил невероятные прибыли. Я верю в то, что не случайно мы в сеть одну сплелись. И мы командой стали. Командой Кэшбери. Грустная песня «Кэшбери, живи». Но как реанимировать то, что не работало? Реальной финансовой деятельности за ширмой позитивного настроя, который граничил сектантским забвением, не было. Рэпер, любитель из Владивостока, в своей песне уверен, деньги заплатят. Называет количество последователей, несостоявшихся миллионеров. Они говорили, что нас 10 тысяч, эй, эй. Чё правда, ребят? Нас 400 тысяч людей, стиснули зубы, пока что молчат мы. С рэпером не согласен даже сам глава Кэшбери Артур Варданян. На днях вышел с заявлением: затравили, заказали. Правда, упомянуть о том, что Банк России увидел в холдинге признаки пирамиды, забыл. Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов. Вот и вывод средств, создание новых депозитов, начисления по уже созданным депозитам, реферальные бонусы. Перевод внутренних денег в это время будут отменены. Пользователи сети провели свое расследование, выяснили, а точнее разоблачили. Настоящее имя Артура – Эдуард. Родился в Магнитогорске в 88 году. Потом внезапно стал варданяном. Мотивирует и заряжает людей в экономике неискушенных. Для специалиста видно, что это бред и абсурд, да, что он там говорит. Вот. Но для неофита, для вот адепта вот этой пирамиды, видимо, это убедительно все. Он так низким голосом, не торопясь, рассказывает о том, как все хорошо. Эти люди почему-то слушают, но никогда ничего не проверяют, потому что ни одного документа не было на сайте Кэшбери, ни одного баланса. Но это не остановило. Самые инициативные даже устроили флешмобы в поддержку нехорошей компании. В Уфе, Магнитогорске, Ижевске, Иркутске, в Казахстане люди ждут тот день, когда увидят деньги. Ведь им обещали прибыли, которым бы позавидовал бы Сорос, Белфорд или Ротшильды, до 600% годовых. Я в эту компанию очень верю и надеюсь получить от нее большое благополучие. Любой финансовый консультант, который говорит о каких-то вот таких больших доходностях, давайте так, больших, даже то, что уже выше, чем 30% годовых, не то, что 600, говорит всегда о том, что вот этому активу, этой инвестиции свойственны вот такие риски. Говорить о том, что возможны инвестиции с сумасшедшими процентами без риска, любой уважающий себя инвестиционный консультант так, разумеется, точно не поступит. Самые ярые инвесторы отложили в сторону счеты и палочки Неппера и отправились к нумерологам, астрологам, гадалкам в надежде, что оккультные силы помогут, если не разбогатеть, то хотя бы вернуть вложенное. Увы, магия здесь бессильна.
страна дураков собирается, которая делает там избранное количество там 10-15 человек сказочно богатыми. Вот и все. Своими собственными руками, своим же собственным городом. А там можно хоть флешмобы, хоть демонстрации устраивать потом. Денежки тю-тю. Принцип обогащения, как и в любой пирамиде, а-ля сетевой маркетинг. Вложил деньги сам, позови друга, а лучше несколько товарищей. Они тянут за собой третьих, а первые должны получать дополнительные барыши. Кто знает, может, следователи поступят так же, там, где одно уголовное дело, может появиться еще несколько. Как бонус, тюремные сроки. И в такое будущее поверить проще, чем в стратегию Кэшбери. Георгий Подгорный о творчестве в поддержку Кэшбери.